Сразу после случившегося водитель внедорожника вызвал скорую, и пострадавшего молодого человека госпитализировали в 12-ю горбольницу. Медики скорой помощи диагностировали у него открытый перелом ноги. Водитель автомобиля Honda полностью признал свою вину. Он рассказал, что слишком поздно заметил человека на пешеходном переходе. Вы притормозили перед пешеходным переходом, когда увидели человека? Нет, я не успел ничего, я только ушел влево, вправо вернее. А вы вообще его видели? В самый последний момент. То есть он как выскочил или что? Нет, не выскочил. Тихо, спокойно шел. Я просто не видел его. Водитель внедорожника рассказал, что двигался на зеленый сигнал светофора. Однако, по словам очевидцев, молодой человек также шел на разрешающий сигнал. Между тем, автолюбитель посчитал, что может завершить свой маневр и проскочить на мигающий зеленый. Ехал на зеленый. Он говорит, я тоже на зеленый пошел. Но я, скорее всего, что ему тоже верю. Я, правда, не знаю, какая тут разница между зеленым, который загорается при пешеходном переходе, и зеленым, который загорается, ну, сколько там, метров 100, наверное, до этого, до пешеходного перехода. Вот, ну, как бы я вот так считаю. Это я считаю. Там, конечно, разберутся, что, значит, это пропустить должен был. Ну, то есть я завершал маневр. Сейчас в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГАИ. Степень вины водителя Honda во многом будет зависеть от состояния здоровья пострадавшего молодого человека. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».